традиционная игра на трубе. Это как бы продолжение той самой зеленой, известной некоторым, тетрадочки. Вот такой у меня, к сожалению, последний экземпляр, который я храню, берегу и прочее. Продолжение этой же работы. Значит, краткая такая предыстория, чтобы было понятно, почему я заинтересовался этой темой, почему я продолжаю ее как-то развивать. Написана была эта работа, апертура языка, была написана уже в 95-96 году. В 96 году эта работа была вот в таком виде, в виде макета сделана тоже. Сброшурована, все вроде написано, но еще не было вот такой типографского оформления. И в 96 году у нас, я работал тогда в Российском национальном симфоническом оркестре, были гастроли в Лондоне. Два дня мы выступали в Альберт-Холле, играли там, как сейчас помню, Шахерезаду я играл и картинки с выставки Мюзинского. После концерта пришли трубачи, ребята, поздравить, как обычно, пообщаться, там, что-то спросить, посмотреть, рассказать, все-таки из России приехал оркестр. И среди них был Джон Уоллес. В то время он был директор брасс-секции в Королевской академии в Лондоне. Директор брасс-секции, по-нашему, как бы заведующий кафедрой медно-биржевых инструментов. Разговорились о том, о сём, ему понравилось, как я Шахерезаду исполнял, какой у меня там подвижный язык был там, и как все это легко и непринужденно. Я сказал, что тут проблем как бы нет. И подарил ему вот в таком вот, вот макетом, варианте еще макетом, вот, вот эту самую апертуру языка. Она у меня издана на двух, сделана на двух языках, русский и английский. Поэтому проблем не было, чтобы он с этим ознакомился. И что вы думаете, через неделю он мне перезвонил и предложил, не соглашусь ли я приехать к нему в Королевскую академию в Лондоне и провести два дня мастер-класса. Я, естественно, с удовольствием принял это приглашение, мне это было очень интересно, тем более и он заинтересовался моей этой работой. И когда я туда приехал, это было, вот попалась мне такой буклетик. Это они делают программа мероприятий на 3 месяца. Здесь, в частности, это 97-й уже год, буквально прямо через там, несколько месяцев после наших гастролей. На 3 месяца, январь, февраль и март. И краткая аннотация, что тут, кто приезжает, много-много всяких приезжают, и дирижеры, и музыканты, и художники, и режиссеры, каждый день расписан там по классам, по кафедрам и прочее. И вот в частности здесь вот 26 и 27 февраля, это два дня, которые выделили мне, дали для презентации, скажем так, моя работа, рассказать, показать и прочее. И он тут такой написал аннотацию к этому моему приезду. Владимир Пушкарев, Principal Trumpet Russian National Orchestra, which give to highly acclaimed prom concert at the Royal Albert Hall, там, которые давали в 96 году два таких highly acclaimed, ну, высокого уровня, два концерта в Альберт Холле. И он he is also the author of the revolutionary duty for Trumpet. То есть он является автором революционного обучения на трубе. Когда я это прочитал, я, естественно, был крайне удивлен. Я говорю, Джон, а кто это написал? Говорит, это я. Я говорю, а почему вот это революционное, что там, или люди из России уже сразу ассоциации с какой-то революцией, там, 17-го года или еще что-то. Он говорит, нет, ты знаешь, я, говорит, исследовал, изучаю и держу под контролем всю методическую литературу, и ты знаешь, я прочитал мою работу, когда прочитал, понял, что эту тему никто подробно не раскрывал. Что я явился как первым исследователем. Вот то, что мы не видим в полости рта, связанное с формированием звука, связанное с артикуляцией и так далее. Но мне было это очень приятно. По тем временам оказался я как бы там одним из первых, хотя какие-то попытки уже были. И вдвойне приятно то, что сейчас уже глядя... А, эта работа потом появилась и в Лондоне в продаже уже, в 2000 году она была издана, и в Америке она появилась. И вот после, где-то уже в 2000-х годах, мне приятно
обратил внимание, что в Ютубе, когда я смотрю, залезаю на какие-то мастер-классы профессоров-трубачей, вижу, что появились продолжатели. Люди заинтересовались, люди стали пристально обращать внимание на то, что у нас творится вот именно в той части, где непосредственно у нас формируется, образуется звук. И вот, естественно, я стал продолжать эту тему, и вот теперь это вот появляется, должна будет скоро, наверное, появиться, надеюсь, позиционная игра, которая формирования для свинки. Значит, что это такое? Основа. Да. Природные объективные свойства трубы заключаются у нас в том, что мы на медных духовых инструментах имеем так называемый натуральный звукоряд, открытые звуки. Звуки, извлекаемые без помощи вентилей, клапанов и так далее, а только при помощи губ, дыхания, слуха, мастерства и так далее. И вот на этих 9 позициях, скажем, 9 позициях, если применяем наши вентили, вокруг этих 9 позиций располагаются 38 различных звуков. Мы не имеем, в отличие от деревянных духовых инструментов, никаких октавных клапанов, и, естественно, нам все это приходится делать при помощи наших ощущений, ощущений в губах, ощущений в выдохе, ощущений в позиции языка и просто музыкальное ощущение, которое должно, естественно, присутствовать у каждого исполнителя на медном инструменте. Чтобы разобраться мне было в этой системе, система формирования высоты звука, исходя из натуральных звуков, пришлось перекопать немножечко и вокальную литературу, посмотреть и физиологию и так далее. И начал я, естественно, с самого нашего основного, это с нашего дыхания. Дыхание наше вот на рисунке ВГДЕ, там показаны разные типы вдохов. Нижний, средний, нижний, там, смешанный и грудной. Мы не будем сейчас акцентировать на это внимание, нам необходимо прежде всего наше непосредственно, так сейчас, если будет там видно, вот это смешанный тип дыхания, А и Б показано фронт и показано сбоку. То есть мы равномерно заполняем свои легкие, как бы расширяя в стороны нашу грудную клетку. Обратите внимание, вот некоторые педагоги и даже в некоторой литературе методической, пункт В, где брюшной тип дыхания, многие советуют, набери в живот, там, дыхальница и прочее. В животе у нас, естественно, никакого дыхания нет, дыхание мы набираем в легкие. И, естественно, все это получается противоестественно. В те годы, когда я писал первую свою работу, это 94-й, там, 95-й год, у меня родился первый сын. И я вдруг обратил внимание, сама природа мне как бы подсказала, посмотрите, как же дышат грудные дети, новорожденные и грудные маленькие. Их никто не учил. Первое, что они делают, когда рождаются, это набирают дыхание и издают какой-то призывный клич. Обратил внимание, оказалось, что никакого дыхания вниз, в живот и прочее, никто из детей от природы, от физиологии не берет. Дыхание осуществляется только за счет раздвижения грудной клетки. Раз выдох происходит в обратном порядке, то есть снизу набрали, как бы снизу выталкиваем вверх, помогая брюшным прессом, помогая мышцам выдоха и так далее. То есть наш принцип дыхания, вдох осуществляется не форсировано, не забыл, как мы берем в речи, когда разговариваем, мы берем дыхание, мы не обращаем внимания. Мы вдохнули, берем ровно столько, сколько нам нужно для того, чтобы закончить фразу. Или сделать, может быть, акцент, какой-то подтолкнуть дыхание. Поэтому, исходя из подсказок природы, дыхание берем столько, сколько нужно, безо всякого напряжения, и, естественно, желательно не загоняя вниз, а стараться раздвинуть свою грудную клетку, дабы позволить наполнить объем легких. Но это не самое главное. Вдох – это, скажем так, нижний отдел дыхательной системы. Я его рассматриваю постольку-поскольку, потому что основное все у нас будет происходить дальше. Это будет все в верхней
дыхательной системе. И вот чтобы как-то более-менее разобраться в этом, я тоже обратился к и физиологии, и к локальной методике. И что я там любопытного для себя обнаружил? Вот на этом рисунке сейчас, на предыдущем, показаны наши легкие, вверх выходит трахея, гортань и глотка, по которой выходит из легких воздух при выдохе. Вот она в разрезе, наша трахея. Обратите внимание, сейчас я назову какую-то. Обратите внимание, вот эта трахея, вот, из легких выходит через трахею, наше дыхание, гортань, глотка, полость рта будет выше и так далее. Вот она в разрезе, трахея. Вот этот отдел, это голосовые связки. И обратите внимание, как природа распорядилась. Она взяла эту трахею, почему-то сузила перед непосредственной близостью с голосовыми складками. Я подумал, что это может дать? И вдруг вспомнил, что на уроке физики в свое время мы изучали такой закон Бернуля, который гласит, что в сужающемся пространстве скорость выдоха увеличивается, а давление падает. Значит, получается, что с минимальным напряжением мы можем создать максимальный результат нашей скорости выдоха, которая нам необходима для чего? Вот обратимся к предыдущему рисуночку. Для вибрации губ. Вот здесь нижние циферки обозначают число колебаний в секунду. Это нижний ряд. Число колебаний в секунду. Колебания 2 эпителии в губах. То, что находится внутри мышечка. Октава, естественно, дает двойное сразу прибавление. Октава туда дает тоже. Для того, чтобы губки вибрировали с этой частотой, нам нужна определенная скорость. Вот эта скорость, и уже природа сама подсказывает, что в сужающемся пространстве, оказывается, вот уже все сделано. На самом древнем инструменте это голос. Самый древний наш музыкальный инструмент. На этом слайде видно, что нам нужно придерживаться того же принципа. Постепенное сужение выдыхаемой струи, концентрация в полости рта. И вот это является, концентрация оформления выдоха в полости рта, является самым основным и самым важным. Насколько мы правильно сконцентрируем, безо всяких лишних напряжений, наш выдох непосредственно перед вибрирующей частью, то есть перед губами, настолько мы получим максимально хороший результат при игре. Оформляется очень просто и сложно. Это все осуществляется путем передвижения языка. Вот. Язык в свободном расслабленном состоянии. Но как бы мышечная масса языка передвигаем чуть ближе к апертоне губ, той части, где вибрируют наши губки, и вся масса концентрирует от большого, большего к меньшему наш объем выдоха. То есть как бы все просто и взято не придумано мной, а взято это от природы. Вот для сравнения, наши трахеи, связочки вибрирующие, и то же самое здесь уменьшается, и вот наша вибрирующая часть в губах. Тоже посмотрите, тут сделан такой схематический рисунок, это вот этой части. Это вот трахея, вот здесь голосовые складки, а вот это называются вот такие морганевые желудочки, то есть это малый резонатор вокалиста. И посмотрите, что он какое-то такое отдаленное, но имеет сходство с нашим малым резонатором, с муштуком. То есть как бы уже природа нам подсказала, что вот у вокалиста возьмите, перенесите себе это духовики медленно и получите прекрасные результаты. То есть много общего сходного. Теперь, что касается рекомендаций методики частых использования слогов. Слоги применяются у нас при определенном регистре, и многие методисты четко рекомендуют. Внизу мы применяем У, в середине там ОА и вверху. Да, это все прекрасно. Откуда это пошло? Опять же, обратились. Да, покопали литературу, посмотрели и поняли, что Гельгольц был такой хороший немецкий ученый, который в свое время исследовал гласные и сделал такую таблицу вокализация гласных. Он определил, что каждая наша гласная, У, О, А и И, имеет свой резонанс в полости рта. И когда он подносил камертон к полости рта, произнося конкретно какую-то гласную, он определил нижний тон каждой гласной.
И получилось, что гласное «у» извлекают, дает нижний тон «фа» малой октавы. Гласное «о» дает «ре» первой ноты. Гласное «у» объем такой большой, дает низкую ноту «фа» малой октавы. Гласное «о» чуть-чуть собраннее «ре» первой. Гласное «а» – это где-то порядок от соль до до, в зависимости от формы и формирования губок и полости рта. От соль первой до до, до ре, может быть, второй октавы. Дальше. Ну, е то же самое, она близкая. А где-то примерно до ми. А вот гласная и, она как бы дает вот диапазон от ми, от фа второй октавы, ну и предполагается до ноты до третьей октавы. Но я обратил внимание, что у того же Геркульца есть еще исследована буковка гласная ю. Она имеет точно такое же положение языка, как и на и похоже. Но в губах у нас при гласной и губки наши растягиваются. При гласной ю губки наши собираются. Это тоже желательно при оформлении, формировании аппарата и при плотности нашего мышечного кольца, которое находится внутри самого мышцы. Там, где вибрируют, там, где держат, формируют и создают. И эта гласная и, ю оказалась настолько хитрой, что в маленькой полости рта, говорит, в большой полости рта, получается резонанс соль малой октавы, а в маленьком объеме полости рта дается фа третьей октавы значение. И получается, что совпадает, как бы, этот наш диапазон. Поэтому я рекомендую и своим студентам, но и многим тоже, применять мысленное произношение ю. Обратите внимание, что часто в методической литературе эти рекомендации гласных, использования гласных, даются так же, как и в речи. Используют «у», используют «а», и все стараются оттянуть язык куда-то подальше, забывая упомянуть, что это должно быть не буквальный повтор этих гласных, а мысленное представление, мысленное произношение, и произношение это должно быть непосредственно в губах. По ощущению, мы должны эти все слоги применять, еще слышать только в губах. Так, значит, что нам это дает? Формирование в полости рта вот этого маленького сужающегося пространства обеспечивает нам легкость звукоизвлечения, раз. Верхний регистр развития, верхний регистр 2. И самое главное, это полная свобода нижнего отдела дыхательной системы. Дыхательная система нижнего отдела должна находиться как можно свободнее по ощущению, когда мы играем. Вся концентрация, вся так называемая опора, которая многие тоже рассказывают, она здесь, она в диафрагме, она оттуда, столб воздуха. Это не понять, не объяснить молодым начинающим трубачам, и тоже весьма отдаленно можно понять и самому. Лучше всего эту самую так называемую опору, концентрацию и прочее чувствовать и ощущать вот в непосредственной близости к губам, то есть вот в этом маленьком объеме. Этот маленький объем, сейчас найдем рисунок. Маленький объем должен соответствовать, маленький объем маленькой полости рта должен соответствовать примерно объему чашки мундштука. Чашка мундштука имеет объем и точно такое же примерно расстояние, точно такой же объем мы должны почувствовать в полости рта. Вот это и есть вся игровая позиция. Игровая позиция и в губах, и игровая позиция в языке, в полости рта. Маленький объем определяет глубиной чашки. Я сегодня принес тут показатели сравнения. Тромбоновый мушлячок древней марки. Вот просто для сравнения глубина, объем тромбонового, глубина, объем трубного. Как вы думаете, почему из многих трубачей, начинающих или, может быть, заканчивающих даже среднее звено, которые любят музыку, любят заниматься, стараются, все делают, но не получается трубачей все. Проблемы с верхним регистром, проблемы с выдержкой, проблемы с техникой, я уж не знаю, с языковой техникой. Но из любви, из большой любви к искусству они не бросают трубу, переходят на волторн или на тромбон, становятся гениальными.
модернистом и трамбонистом. Вот одна из причин это заключается в том, что вот эта вот разница в объеме, которая должна соответствовать полости рта, не соответствовала трубному обучению. Этот объем в полости рта, очевидно, больше подходил к валторне или к трубе, к валторне или к тромбону, и был примерно, ну скажем, вот, вот такое положение. Вот трубный объем, маленькая чашка. Вот условно, если здесь будет тромбоновый, может, будет условно, скажем, тромбоновый.